В Свято-Троицком кафедральном соборе города Саратова вновь совершаются молебны с чтением акафиста Пресвятой Богородицы перед иконой «Неупиваемая чаша», о страдающих алкоголизмом и другими зависимостями, прекращенные в связи с эпидемией. Молебны совершаются каждый вторник. Начало богослужения в 18:30. С сентября 2017 года при соборе работает группа православного согласия трезвости «Лоза истинная» и группа для близких, зависимых людей. Присоединиться к занятиям можно в любое время. Адрес: улица Московская, 6, Саратов. Телефон 8 845 228 23 82.